Всем привет, с вами Андрей, и сегодня я продолжаю рубрику механизма SirrelCraft, и сегодня у нас опять очередной механизм, и этот механизм у нас называется снежковый лифт. На самом деле название очень странное, потому что его больше никак нельзя назвать. Этот механизм у нас не такой уж и полезный, придумал я его просто чисто пофаниться, побеситься в этой игре, и все равно решил его снять, чтобы просто показать его вам. Основное применение можно применить только в картах, а в хозяйстве это будет слишком затратно. Ну что, давайте я вам зайду на карту и покажу этот механизм. В общем, я опять зашел на нашу карту, и что же у нас за механизм? Вот так вот он у нас выглядит. Этот механизм у нас опять же называется снежковый лифт. Суть его такова: вы ставите сюда раздатчик, нажимаете на эту кнопочку, и раздатчик начинает выкидывать снежки. И, по идее, вас должно поднимать, но, как мы видим, иногда может промахиваться. То есть, вот такой вот у нас механизм. Он, скажу, он не очень полезный, потому что в плане того, что у нас есть обычный лифт, который в 100 раз лучше этого, потому что для этого нужны снежки, а чтобы эти снежки добыть, нужно собрать снег. А снег у нас собирается очень долго, причем там 2-3 штучки для него не хватит, потому что он тут сразу выкидывает вот. Вот если я даже загружу сюда вот даже 3, вот нас настолько поднимает. Давайте же рассмотрим схему этого механизма. Начну я с элемента N. В общем, он у нас работает по такому принципу. Если у нас здесь есть электрический ток, то дальше он у нас исчезает. Если у нас здесь нет электрического тока, то у нас появляется. Дальше элемент OS служит как маленькая задержка, он задерживает сигнал буквально на сотые секунды, то есть там даже секунды не проходит, то он задерживает, можно сказать, маленькое на маленькое-маленькое время, намного слабее, чем элемент D и регулирующий элемент D. Так, опять время. И выключатель у нас служит как бы таким средством. Когда у нас включен наш выключатель, то здесь получается у нас течет полностью электричество, и получается, что здесь электричество есть, и здесь электричество есть, и получается просто сигнал не успевает пройти сюда, и в итоге у нас механизм как бы делает паузу, то есть выключается. Если же у нас выключить этот сигнал, давайте сейчас вот так сделаем. Нет, он у нас работает, вот так вот. То здесь у нас по всему проводу есть у нас электричество. По всему проводу есть электричество. И получается, что у нас один раз работает этот механизм, и все, и дальше он у нас работать не будет. Но если же мы с вами отключим этот сигнал, то у нас получается будет вырабатываться здесь сигнал, задерживаться, потом здесь идет, он здесь исчезает, потом снова появляется и исчезает. И таким механизмом, получается, у нас просто вырабатывается очень-очень короткий сигнал, и в итоге это у нас все поступает в раздатчик, который очень быстро выкидывает снежки. Вот, как мы видим, очень быстро. Вот они у нас полетели. Вот так красиво у нас все падает. Даже корова попала. В общем, вот такой вот механизм, ничего тут сложного нет. Давайте же приступим к постройке этого механизма.
так вот я быстро и легко построил этот механизм. Опять же, ничего тут сложного нет, то есть там какие-то калькуляторы или что-то типа в этом роде, где очень много разных микросхем. И здесь у нас нет ничего очень такого тяжелого. И что единственное мне мешало, это вот эти коровы, они мне очень мешали. В общем, вот такой вот механизм получился. Опять же, его хозяйство применять очень затратно, так как очень много нужно снежков. И, ну, в принципе, ничего. В принципе, этот механизм подходит только для каких-нибудь карт на прохождении. И больше его применять широкое применение ему нет. На этом все. Если вам понравился этот механизм, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видеороликом с своими друзьями и вступайте в мою группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Также обязательно ставьте больше лайков, чтобы выходил больше механизмов, потому что у меня в последнее время есть очень много идей по разным механизмам. На этом все. Всем удачи, всем пока.